Пела. Так, Максим тебя снимает. Будь внимателен. Так.
После этого я скажу.
Хаджина! Так. Пошли, боремся. Там, это удержание. Боремся. Стоп, знакомо. Знакомо не считается. Мате. Максим, плохо слышишь? Я возьму палочку и будешь как слышать хорошо. Свисток, свисток. Вы должны остановиться. По свистку вы начинаете бороться. Вот здесь руки надо сжать. Дальше. Ковер. Если вы боретесь, дзюдо, за ковром можно начать делать удержание. Если это контратака, я могу и бросать могу. Но начало должно быть с ковра, потом дальше. По самбо. Зашел, половина туловища зашла, сразу и поднимает стойку. И если соперник убегает, сначала замечание, потом первое предупреждение, второе предупреждение и снимается. А если выталкивать? Если выталкиваешь, то у тебя дзюдо везде. То есть надо умеючи выталкивать. Надо, называется, есть две вещи. Выталкивать, есть теснение. Теснить соперника. То есть ты его подвел, вот здесь он начинает чук-хоп-хоп-хоп бегать. Ты его раз чуть-чуть, он хоп и вышел. Это нормально. А если берешь, просто его выталкиваешь. Да. А там видно. Видно, когда он убегает. Например, да, ему делают что-то, он за ковер туда, на ногу, на ковер тащит, а он убегает туда. Так я что за это замечание? Хочу! Ложи. Давай. Так, Максим, ко мне. Петя, идешь к нему. Да, к нему. Нет, вы боремся. Встань туда. Сюда, садись. Вы боремся. Покажи ему, пожалуйста, как делать правильное удержание, но очень будем гадить. Что вы стоите, бороться надо? Давай, ма. Да.
Хорошо, Марте. Ставим сторочком. Так. Так. Ты его научил? Да. Удержание делаю. Ты можешь показать? Значит так, сейчас. Посмотрите. Вот так же само боретесь. Берете захват. Так же делаете движение. Раз. Оп. Теперь махнули, да? И я хочу захватить его за ногу. Он раз убирает ногу. Видите, он эту ногу убрал. А это стоит. Я фиксирую колено и толкаю. Оп. Еще раз. Взял. Хоп. Раз за ножку. Он ногу раз убрал. Вы тогда руку держите. Не пускаете колено, а первой рукой толкаете. Раз. И он падает. Что? Да. Вопросы? Нету. Пошли. Так. Убираешь ногу. И еще раз. Не назад, смотри. Не назад, а в сторону немножко. Вот сюда. Пошли. Петля ушел. Вот. Стоим. Что ты стал? Ты в какой стойке стоишь? Вот, правильно, ножку чуть дальше. Еще раз. Потянули его. Он раз, сделал шаг. Теперь стараемся взять, показываем, что мы бросим. Раз, он убирает ногу назад. Поставил. Вот она стоит. Я зафиксировал, раз и толкнул. И все. Дальше. Ну покажи, резко не показывает, потихоньку он убирает ногу. Раз, убери, стоп! Давай. Вот смотри. Давай, так. Наоборот. Назад ногу. Ногу. И на пояс. Раз. Захватывай ногу. Видишь, я убрал. Вот ставишь сюда и сюда меня бросаешь. Раз нога, пей. Еще ты стоишь. Ногу убрал, он тебя раз в эту сторону бросит. Давай. Бей. Так, Саша. Так, пять. Да, отлично, хорошо. Шаг назад. Кто делает? Да.
По самому идет так.
бросок на попу, бам, бросок на живот, бам, бросок на колени, руки, ничего. Бросок на пол, 2 балла. Бросок на спину, 4 балла. Бросок на спину, 4 балла, если я остался в стойке, не поспел 40 балла. Нет, это... Это чистая победа. То есть чистая победа и 4 балла. Удержание, 4 балла. Волевой, чистая победа. Волевой на ногу, на колено. Но это за бедные места было сегодня. То есть это я вам потом покажу. Сейчас, теперь так. Если 8-0, 9-1, 10-2, я чисто выиграл. То есть явное преимущество. Я победил. Но так как мы должны побороться, поэтому вы просто считаете баллы. Например, счет должен быть там 30-5. Старайтесь не проигрывать. То есть чуть-чуть держаться. Стараться просто так не проигрывать. Хорошо, да? Значит, Макс, туда. А, даже не туда, вон туда. Сашенька, туда, туда. Вы вдвоем здесь приготовьтесь, пожалуйста. Потому что он тяжелый. Нет. Он для вас никакой. Тем более, у него в субботу были соревнования целый день. Понедельник, он опять. Поэтому какой смысл вам с ним бороться? Мы прочитали. Так, вы готовы? Первый раз сюда приходил удушающий мой на прошлом рынке. Если можно, Максим, встань с этой стороны, да. Саша, с другой стороны. А? Ты сядь на стол. Ты. Считаешь. Один балл, два балла. Считаешь счет, ты не слаб. Можно выключить? Можно. Стоп, я так что? Он? Да. Он там идет. Так, стой, не слухай. Ты это, попасть на стол. Так, где ты? Ой, Ивана Павловна. Ой, так сейчас вам есть какие-то баллы, опять связаны. Итак, готовы? Я вижу все. Пожали руки. Берегите ноги. Я считаю на той схватке, да, ты считаешь здесь. Так, 4 балла. Здесь тут. Бросок не считается за ковром. Так, а где мой свисток? Вот там нет? Да, нет. Вы боремся, Денис? Он ударился и сам не понимает, как. Ну как локоть выстрелил. Он прямо стоит под дзюдо. Поэтому он и падает. Сверху правую руку. Возьми правую руку у него и все. Чтобы он не брал сверху. Поставил руки вверх. Вот этой рукой, да? Вот держи вот, а лишь пропустил. Ныряй, заходи назад тогда. Вот. Срывай эту руку. Двумя руками можно срывать. Срывать двумя. Вот так и держи. Он будет срывать сильно. Возьмешь, отпустит. Держи. Считайте держание. Как считать, если не дотронуться, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два балла, одиннадцать, двенадцать, 14, 15. Ушел. Два балла, два держания, 12, 2. Считайте держание.
Значит, тут... Максим, стоп. Стойку. Только тут дохожу. Кстати, удержание. Так, 4, это 16-2. Так, вы заправились. Вы. Саша отдыхает. Да.